собирает все свои машины по базу. Знакомьтесь, это будущие работники «Алроса» – механики, энергетики, горные инженеры, геологи, строители и инженеры промышленной безопасности. Весело и доступно они объясняют преимущества той или иной специальности. Мы команда 8 школы, мы представляем профессию строителя, одну из самых важных профессий в нашей стране, в основном в нашем мире. В нашу команду мы отбирали людей, которые более креативные, которые активисты. Около 50 участников, 6 команд, 4 этапа. Первая районная профориентационная игра проходит под названием «Мой выбор». Тема актуальная. С целью знакомства с миром профессии компании «Алроса», если шире говорить, вообще познакомить наших 10-классников с миром вообще инженерных профессий в целом. Конкурсы старшеклассники готовились основательно, много читали, ходили на экскурсии, помогали им педагоги, родители и работники «Алроса». Скоро нам всем поступать, и такие конкурсы позволяют более обширно раскрывать профессии различные, вот, и как бы более агитируют местную молодежь именно к профессиям, которые нужны в городе Мирном. Практика социального партнерства «Алроса» и учебных заведений приносит свои плоды. Сегодня все больше школьников обращают внимание на специальности, которые востребованы в компании. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые помогли нам провести экскурсии на промышленных непосредственно предприятиях. Их очень много называть сейчас не буду. Коллектив Мирнинского ГОКа, Бутуобинской экспедиции, Института Якутнепроалмаз. Огромное спасибо. Выступления команд оценивались по бальной системе. Главный критерий – находчивость, оригинальность, художественное и музыкальное оформление выступления. Конкурс прошел замечательно, на высоком уровне. Дети остались довольны. Очень было интересно, было и весело, и смешно, и посмеялись мы, и похлопали. И конкурсы были очень интересны, особенно последний конкурс, творческий такой конкурс, домашние задания. Было очень интересно, было очень много выступлений таких креативных. То есть дети интересно подошли к этому. Первый блин не стал комом. Старшеклассники достойно представили выбранные профессии. Все очень интересно, осваиваем профессии, то есть мы знаем много нового, пригодится будущем. 26-я очень хорошо выступила. По итогам 4 этапов победителем стала команда старшеклассников политехнического лицея. Второе место досталось школе номер 26. Третье завоевала 7-я школа. Специальным призом «Алроса» награждена команда школы номер 12. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».